Коллеги, это обзор рынка от компании Tikmills, и я Артур Изиатуллин. Доллар торгуется в небольшом минусе перед выходными. Аппетит к риску подогрели заявления китайского лидера о том, что он надеется на скорое заключение промежуточной сделки. Вроде бы это дежурные фразы, но рынкам эти фразы были необходимы, так как в отсутствии прогресса нужно хоть как-то поддерживать рыночное настроение, что и делают лидеры обоих стран. Свои надежды китайский лидер сбалансировал предупреждением, что в случае эскалации Китай готов к ответным мерам. Неделя, несомненно, была насыщена заявлениями, торговыми заголовками, особенно первая половина, в течение которой сформировалось такое впечатление, что идти на уступки первым невыгодно и небезопасно обеим сторонам. Во второй половине недели появились сообщения, что высокопоставленных американских переговорщиков пригласили в Китай на незапланированную встречу, которая также будет относиться к торговым переговорам, к выяснению каких-то моментов по торговой сделке. В целом обе сверхдержавы стремятся поддерживать статус кво и обходятся сейчас такими дежурными фразами в отсутствии реального прогресса, то есть они пытаются скрыть сейчас реальный прогресс такими мирными дежурными фразами, цель которых – это поддержание позитивного настроя, поддержание хрупкого баланса на рынках. Тем не менее, на рынке сейчас растет уверенность, что сроки промежуточной сделки будут перенесены, сроки подписания этого соглашения будут перенесены на следующий год. Это будет означать отсутствие каких-либо препятствий для вступления декабрьских тарифов в силу, которые в основном затронут потребительские товары. Как я уже сказал, доллар торгует сегодня слабее против других основных и против защитных активов. Также, пользуясь этим, золото сейчас наращивает бычий импульс, который также отражает попытки подготовиться к потенциальным сюрпризам на выходных, чем хорошо известен Трамп. Меры предосторожности также побуждают принимать затянутая подавленность на валютном рынке, движение сейчас на котором отличается низкой волатильностью и такими узкими торговыми диапазонами. Данные по немецкому выпуску за третий квартал, которые появились сегодня, они в целом соответствовали ожиданиям, указав на рост экспорта, рост государственных и потребительских расходов и меньше, чем ожидалось замедление капитальных расходов, таким образом снизив риск рецессии в четвертом квартале. Заявки на пособие по безработице в США, это вот данные, которые заслуживают сейчас особого внимания, так как вот видно на графике, что значение достигло пятимесячного максимума, причем уже удерживается две недели там. И последняя провальная неделя, она входит в интервал, учитываемый именно в ноябрьском отчете по безработице, что, естественно, окажет давление, потянет вниз финальные цифры. С другой стороны, стоит также учитывать положительный толчок от завершения забастовки рабочих General Motors, 46 тысяч рабочих, которые не были включены в подсчет тех, кто получил зарплату, труд которых был оплачен в октябре, но которые будут сейчас учтены в ноябре. Снижение количества рабочих часов, новых вакансий, увеличение заявок на пособие по безработице – это все те данные, которые указывают на некоторое охлаждение спроса на рабочую силу. Протокол октябрьского заседания, он как бы подтверждает сейчас эти опасения. Несмотря на рост широкого индекса делового климата от ФРС
Филадельфии с 10,4 до 5,6, точнее наоборот, с 5,6 до 10,4, стоит обратить внимание именно на опережающие детали отчета. Индекс вот 6-месячных капитальных расходов, этот показатель сейчас особенно отслеживается в связи вот с торговой неопределенностью, так как инвестиции, капитальные инвестиции страдают больше всего. Этот индекс упал с 36,4 до 19,4 в октябре, что отражает сильный спад такой в инвестиционных планах, как раз таки из-за торговой неопределенности. Метрики новых заказов, занятости и отгрузок по данным этого же отчета, они снизились также в октябре. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.